Ненужное жилье. На улице Бадина вот уже 10 лет пустующая квартира доставляет массу хлопот жителям. Когда-то в ней был магазин, но хозяин исчез, и сейчас однокомнатная квартира на балансе в Акимате. Почему в нее не пускают жителей при катастрофической нехватке жилья в городе, выясняла Ирина Вабищевич. Больше 10 лет стоит брошенная квартира. В Акимат обращались, обещали это самое нам посмотреть ее. Приезжали с Акимата, фотографировали. Это было года 5 тому назад. До сих пор ничего не сделали. Дверь сперли железную. На улице Бадина в 207 доме много лет находится пустующая однокомнатная квартира с выведенным крыльцом. Когда-то в ней был магазинчик, но, по словам жителей, хозяин брал под нее кредит, который не смог погасить. Она была в банке, а потом ее отдали на баланс Акимата, как нам сказали. Мы ходили в Акимат, сказали, что она стоит на балансе Акимата города. Поэтому вот Акимату не нужна, никому не нужна. В квартире стоит кольцевая труба отопления, и в нее периодически нужно попадать, чтобы производить сантехнические работы, необходимые всему дому. Двери приходится вскрывать, потом вновь запирать. В ней есть и отопление, вода и канализация. Все это не заглушено услугодателями и продолжают идти начисления. При этом толпами ходят желающие заселиться. Мы просили, что у нас, некому ее отдать. Приходили люди, спрашивали, вот ко мне заходили сколько. Я их отправляла в Акимат. Они сказали, здесь большие долги. Люди возмущены бесхозяйственностью акиматовских служб. Неужели нельзя довести до ума квартиру и отдать нуждающимся? Местные хулиганы по ночам пытаются взломать дверь, выбили стеклоблоки. Жители боятся, в один прекрасный день случится пожар, и вместе с этой квартирой сгорят и их. Данный вопрос не входит в компетенцию ГУО отдела жилищных отношений города Караганды, так как данное помещение является нежилым и не относится к общедомовому имуществу объекта кондоминиума. В связи с этим собственникам квартир были даны рекомендации обратиться в соответствующий государственный орган для выявления собственника данного нежилого помещения для обследования целостности строительной конструкции. Оказывается, жители должны обратиться для инициирования проверки по данному пустующему помещению и решению дальнейшей его судьбы. Но в Акимате не числилась эта квартира? Нет, данное помещение, данное нежилое помещение в балансе коммунальной собственности на данный момент не состоит. Точно не состоит? Точно я не могу утверждать. Ирина Вабищевич, Берик Кашанов, Наталья Заяц, 5 канал.